Мишка, а ну-ка дай мне овощей. Я напилась чаю и наелась ватрушек. Слушай, а где Мишка возьмет овощей? Я не знаю. У него там в холодильнике очень много чего. Ой, я вижу только фрукты. А где овощи? Неужели у него нет овощей? А может быть, ему на огороде нарвать? Нет, это слишком долго. Ну тогда я не знаю. Девчонки, вы только посмотрите, что я нашла. Ух ты, целый набор овощей и фруктов, Маша и Медведь. Их еще можно резать ножичком. Давайте откроем и накормим нашу ненасытную Машу этими овощами. Ой, как я люблю овощи. Ням-ням-ням. Ну-ка, давайте откроем и порежем это все для нашей Машки. Это перец чили. Он очень-очень острый. Ха, а это морковка. Я так люблю морковку. Ух ты, а это большой и красный помидор. Это вкусная-привкусная клубника. Ух ты, а что она тут делает среди овощей? Это же фрукт, это фрукт. Нет, это ягода. Ягода или фрукт? Ребята, напишите в комментариях. Ой, это брокколи. Не люблю я брокколи. А это фиолетовый баклажан. Ух ты, кукуруза. Из кукурузы делают попкорн. Я так люблю попкорн. И кукурузку тоже люблю. Болгарский перец. Он не такой острый, как перец чили. Он сладкий и вкусный. Я люблю болгарский перец. Смотрите-ка, ножичек и разделочная доска. Но не мы будем резать наши овощи. Какая она красивая. С Машей и Медведь нарисован на ножичке. Все фрукты и овощи тщательно вымоем и порежем их для Маши. Сначала порежем клубнику сладкую-присладкую. Ух ты! Как вы думаете, Машке понравится перец чили? Ух ты! Возьмем баклажан. Ура! Мы его тоже разрезали пополам. Теперь возьмем брокколи. И все снесло. Какой злой брокколи. Кукурузка, кукурузка. Морковка готова. Теперь помидор. Ух ты, у помидорки внутри семечки. Смотрите, последнее. Болгарский перец. Зеленый такой. И в перце тоже есть семечки. Смотрите-ка, сколько у нас овощей. Ух ты, Машка объелся. Машка, смотри. Ух ты, сколько овощей. Смотрите, как Машке нравится. Ням-ням-ням. Как же, я люблю морковку. Ребята, напишите в комментариях, какой у вас любимый овощ. У меня помидор. У Иришки морковка. У Маришки. Маришка, какой у тебя любимый овощ? Огурец. Только его здесь не было. Ой, жалко. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны. А еще переходите на другие наши видео вместе с нами, Маришкой, Каришкой и Иришкой. Мы вас очень любим. Слушай, а Машка поделится с нами этими овощами? Конечно, поделится. Вон она уже валяется, наелась. Смотри, какое пузо круглое. Иришка, пойдем овощи кушать. Как здорово лежать на травке летом и пикники устраивать. Сейчас нам мама овощи и фрукты принесет, и мы тут будем пировать. Да, мне так нравится смотреть на облака и птичек. Так прикольно. Девочки, а? Я вам принесла еды.
Ура! Ух ты, как много фруктов и овощей! Тут есть и моя любимая клубничка. А я люблю морковку. Какая она тут большая! Девочки, это не обычные фрукты и овощи. В них спрятаны сюрпризы. Ух ты! Сюрпризы? Как это? Вот там внутри лимончика кто-то сидит. И в морковке тоже. Хотите узнать, кто там? Хотим! А еще хотим их скушать. Давай сначала с клубники начнем. Посмотрите, какая крупная клубничка. Большая такая. И семечки крупные. Давайте посмотрим, кто там спрятан. Ребята, а вы любите клубничку? Напишите в комментариях. Посмотрим, кто в клубничке прячется. Ну-ка, кто тут у нас сидит? Ой-ой, это свинка Пеппа! Та-дам! Смотрите, свинка Пеппа повар! Ирочка, а ты кушай клубничку. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Вкусно, да? Очень вкусно! Какой следующий откроем? Давай, большой самый! А какой тут самый большой? Лимончик! Ребята, а вы любите лимон? Он такой кислый, его с чаем хорошо. Давайте посмотрим, что у нас тут в большом лимоне. Там что-то внутри трясется. Открываем. Там внутри капсула. Тоже там в капсуле прячется. Какой большой лимончик. Опа! А там желтый, как лимон, миньон. Посмотрите, на тебе миньончика. Следующий фрукт или овощ? Какой возьмем? Давай морковку. Давай, тоже морковка большая, посмотрите. Снимем ее зелень, листочки. И посмотрим, кто у нас прячется в морковке. Ой-ой-ой, а где тут кто-то у нас спрятался? О, кто это? Сидит, посмотрите, узнаете платочек? Это у нас Маша! Видимо, очень любит морковку, раз в нее забралась. А может быть, даже это она сама ее вырастила? Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Вкусняшка какая! Девочки, у нас осталось два фрукта и один овощ. Где здесь фрукты, а где овощи? Может быть, вот этот зеленый, длинный, похожий на огурец. Огурец – это овощ. Давайте посмотрим, кто у нас спрятан в огурчике. Опа! И сразу вылезли и показались ушки. Кто это у нас? Это маленький песик, щеночек из Little Pet Shop. У нас осталось два фрукта. Это у нас слива, а это мандарин. Давайте посмотрим, кто у нас там прячется в мандаринке. Кто это такой? Так, платье тут выглядывает. По-моему, это Эльза. Посмотрите, маленькая фигурка Эльзы из мультика «Холодное сердце» в своем красивом голубом платье. Ну и последний фрукт – это слива. Знаю, что кто-то там сидит из мультика «Головоломка». Этот герой очень любит фиолетовые шарфики. Угадайте, кто это? Напишите в комментариях. Давайте посмотрим, правы вы или нет. Это сама брезгливость. Посмотрите, у нее шарфик цвета сливы. Вот такая вот брезгливость. А вы, ребята, напишите в комментариях, какой у вас любимый фрукт или овощ. Или только фрукт, или только овощ. Мне будет очень интересно узнать. Да, напишите в комментариях. Ставьте лайки, пишите комментарии. И если вы еще не подписаны на канал Зырики ТВ, обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить новые видео. А вот там наверху кружочек есть. Если вы на него нажмете, увидите еще видео вместе с нами. Пока-пока! 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 Что так скучно-то играть? Ой, обезьянка! Корешка, давай развесели меня, как хорошая сестренка. Ребята, развеселите нас! Расскажите смешную историю! Ой, смотри! Маришка что-то тащит там! Интересно! Ух ты, что-то большое! А ну-ка! Вот так вот!
девочек закрыла. Ребята, смотрите, что нам мама купила. Маша и медведь, игрушки, домик Мишки, ух ты, какой здоровский. Маша и медведь, вау, мамочка, спасибо тебе большое. Я так люблю этот мультик. А вы знаете, что недавно вышла новая серия? Там Машка не могла заснуть и все время будила Мишку, проказница. Прям как ты, Иришка, тебе все время сложно засыпается. А вы, ребята, легко засыпаете? Ой, а я не видела эту серию. Ничего, мы сейчас откроем этот набор, а потом перед сном посмотрим новую серию «Маша и медведь». Хочу поскорее. Еще телевизор, как же без него? А еще есть столик, на котором стоит чайничек. И самовар, конечно же, чай вкусный пить. Машка такая маленькая-прималенькая. И Мишка такой толстенький-притолстенький. О, а я заметила, за креслом у Мишки стоит ящик волшебный. Фокус-покус. Там, наверное, всякие цирковые инструменты. Мишка же у нас умеет жонглировать. Мишка, Мишка, а что у тебя в холодильнике спрятано? Смотрите-ка, там и яйца, и масло, и мясо, и молоко. Сколько еды, овощи, фрукты, бананы, клубника. Ух ты, Мишка очень любит поесть. Или он для Маши все это покупает? Девочки, давайте уже играть. Давай, ой. Давай, сидит Мишка, спокойно-преспокойно пьет свой чай и смотрит свою любимую передачу. И тут какой-то стук в дверь. И Мишка падает от испуга со своего кресла, быстренько собирает все, что уронил, и бежит в растерянности ко двери, чтобы посмотреть, какой же гость пришел к нему. Он открывает дверь. А там стоит Маша. Эй, Мишка, Мишка, я в гости пришла к тебе. Ну-ка, угощай меня ватрушками и плюшками и дай посмотреть любимый мультик. Забежала Маша, даже не узнав у Мишки, можно ли или нет. И села в мягкое-примягкое кресло. Мишка такой, ну ладно, ладно, угощу я тебя чаем и посмотришь ты свой любимый мультик. Он подошел к самовару, включил его, налил туда чаю и отнес Маше. Маша делает первый глоток чая и говорит: Мишка, Мишка, а где мои ватрушки? Берет Мишка тарелку и идет к хлебнице. Открывает ее, кладет кучу булочек и ватрушек на тарелку и дает Маше. Ой, как хорошо-то! Говорит Маша. И дальше смотрит свой мультик и пьет чай с ватрушками. А Мишка в это время думает: ой, Маша, Маша, врывается, когда я сам пью чай и смотрю свою любимую передачу. О, я забыл Машке дать ватрушку с малинкой. Пойду-ка принесу. И пошел Мишка забирать еще одну ватрушку. Вот и закончилась наша история про Мишку, который гостеприимный и добрый, и про Машу, которая любит чай и мультики. Ой, я что-то спать уже хочу. Девчонки, пойдемте смотреть новую серию «Маша и медведь», а потом спать. Пишите комментарии и ставьте лайки. А вы любите смотреть мультик «Маша и медведь»? И напишите в комментариях, какой у вас любимый герой. Да, ребята, не забывайте переходить на другие видео вместе с куклами-пупсиками, с нами, Иришкой, Каришкой и Маришкой. Всем пока и спокойной ночи. Ой, сейчас Машу посмотрим. Ну что, Мишка, позаботишься сам о Маше?